это что, 10 гривен? Да. Во, первый раз вижу такую. Я думала, она как-то потолще. Рольчик. 10 гривен, новые монетки. Спасибо большое Александру. Спасибо. Сейчас распакуем и пойдем тратить эти монетки. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Меня зовут Алексей. Вы на канале Монета Украины. И в этом видео я покажу вам монету 10 гривен, которые уже вышли. И сегодня я в этом видео покажу, как реагируют харьковчане на эту монету. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Ух ты! Ой, какой-то классный. Спасибо. Наконец-то. 10 копеек, ну не надо тогда ничего, да, спасибо. Спасибо. Во, первый раз вижу такую. Ну, спасибо. Все, спасибо вам. Так, это десятка уже, обалдеть, и мы их набрали. Все. Спасибо. Людям всегда интересно что-то новое. И, конечно, монеты, которые только вышли, вызывают интерес. Но с другой стороны, насколько это удобно для всех нас? Как думаете? Пишите в комментариях. В сообществе на YouTube вы мне писали, куда зайти с этими монетами. Спасибо за интересные идеи и за ваши лайки и комментарии. Давайте смотреть, что из этого получилось. Предлагали проехаться в метро, оплатив проезд вот такой монетой. Начнем с особенностей метро Харьков. У нас нет касс, где можно оплатить проезд. Стоят только терминалы. И вот такие вот автоматы, которые не принимают новые монеты. Ну, давайте проверим на всякий случай. 8 гривен стоит проезд в Харькове. Берем 10 гривен новенькую. И кидаем автомат. И что мы видим? Она просто выпадает. Бросаем десятку. Какой-то развод. Вот так вот проехаться можно в метро. Хорошо, что есть магазины, которые с радостью поменяют вам деньги. Давайте глянем, как это происходит на любой станции в метро в Харькове. А что-то... вы тут? Нет. Здрасте. Не получается у меня оплатить монетой. Хотел 10 гривен поменять. Нет? Ну хорошо. Ну что, не получилось? Давайте попробуем обратиться прямо на станцию. Возможно, там помогут и разменяют деньги. Скажите, а не разменяете, что-то автомат не берет? Нет, у нас нету. А какой не берет? В десятку мне бумажная есть. А там не во все десятки принимаются. Выручите. Если будет. Я же говорю, сейчас посмотрим. А это что, 10 гривен? Да. Пополнять нельзя, пользоваться можно. Давайте я 20 вам дам. Где вы сюда понесете? Одна моя. Все, выручили. Теперь могу попасть в метро. Спасибо. Хотя нет. Хотя нет, двадцатки не принимает тут автомат. Черт. А может вы 10 гривен поменяете, что-то автомат не берет? 10 гривен. Пятерками могу. Ну, пятерками. Вот вам такая подойдет? Там не все равно. Да. Ну, спасибо. Ага. 9 гривен. И там смешные анекдоты будут? Ну, я думаю, да. Ну тогда давайте возьму вас. Вот так вам. Ой, первый раз вижу. Ну да. И как вам? Спасибо. Я думала, она как-то потолще. Спасибо вам. Будут анекдоты у меня. Гуля, ты тут отдыхаешь или что? Зарабатываешь деньги? Что ты здесь делаешь? 10 гривен 5 ручек. Да. Выгодное предложение? Да. Ну давайте. Такие возьмете? Конечно. Спасибо, удачи вам. Давай. Я такой первый раз. Да, ну и счастливо. Будет у меня дерево ручки. Как раз. Хорошего дня. Тебе тоже счастливо. Держите. Так вот. Ух ты. Нам подойдет? Ты даешь. Ну, спасибо. Будет вам коллекция. Ага, спасибо. Да. Как по телевизору показывали, что будет. Ну, видите, вам уже сразу попалось. Да. Просто, а есть у вас маски? Маски? Маски. Да. Ну, сейчас карантин, сказали, нужно маски приобретать. Ну, маски такие, они специфические. Конечно. А, есть специфика какая-то, да? Ну, они более стильные, наверное, да? Да, но они в основном прикрывают не рот с носом, а наоборот глаза. Угу. Массажное масло давайте какое-нибудь. Массажное. Да, чем они отличаются? Ароматами в основном. Массажные масла отличаются ароматами. Какие ароматы у массажных масел есть? Есть жасмин, нейтральный аромат, то есть ничем не пахнет. То есть, так, это значит массажное масло. Так, держите. 100.
10. Такой возьмете? Да, отлично. Все, супер. Наверняка вы видели на моем канале 10 гривен, которым я тоже платил. Эти монеты с меньшим тиражом, 1 000 000 штук каждая монетка. У этих монет, конечно, тираж будет огромный. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Поддержите, пожалуйста, мое видео лайком, комментарием. Также в этом видео я разыграю вот такую монету 10 гривен. Для того, чтобы получить ее по почте, просто оставьте комментарий и подпишитесь на мой канал. Как только видео наберет 500 лайков, я разыграю эту монету и отправлю вам абсолютно бесплатно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и до новых встреч. Пока, друзья!